Здравствуйте, друзья! На связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Сегодняшний видеообзор посвящен сервису Free Donation 2018, на котором у вас есть возможность получить от 75 тысяч рублей через 5 минут на опросах от крупных спонсоров. Чтобы принять участие в данном опросе, нужно заполнить форму. Сам же сервис Free Donation – это викторина с денежным вознаграждением, для участия в которой нужно выполнить ряд очень простых условий. Главное то, что якобы нет никогда проигравших, вы получаете либо деньги, либо скидку на покупку чего-либо. Такой компании, как ОАО Free Donation Group, скорее всего, не существует, потому что никакой информации о ней найти мне не удалось. Протестирую данный сайт, приму участие, введу какие-нибудь данные. Выполняется поиск и подбор вопросов от спонсоров. На завершение осталось чуть менее минуты. Я пока поставлю видео на паузу. Когда вопросы будут подобраны, возобновлю видео. Мне подобрано 6 вопросов на сумму 131 263 рубля. Нажму, чтобы пройти опрос. Выполняется подключение к базе вопросов. Теперь я вижу первый вопрос, буду отвечать первый попавшийся ответ. И последний вопрос. Выполняется создание внутреннего счета для выплаты. Теперь выполняется зачисление средств на внутренний счет. Сумма вознаграждения готова к отправке. Но в связи с лимитами платежных систем перевод будет отправлен двумя равными частями. И это услуга платная. Мне нужно выполнить закрепительный платеж на сумму 152 рубля. Если нажму «Выполнить закрепительный платеж», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна оплатить указанные ранее 152 рубля. Перед тем, как снимать этот видеообзор, на самом сервисе ePay я нашла автора этого сайта под ником Рагнар. Именно он получит все деньги, которые мы заплатим на его сайте. И мы можем убедиться в этом, если посмотрим дополнительные цены к сайту. И мы видим здесь первый платеж, который мы сейчас должны оплатить. Также здесь есть еще 5 платежей, кроме этого, которые нужно будет заплатить, если мы начнем сотрудничать с этим сайтом. Это такие как дважды услуги платежной системы, аренда транзитного счета, конвертация валюты и внесение в кадастр безвозмездных вознаграждений. Если мы перейдем по ссылке с сервиса ePay, мы попадем на сайт Free Donation 2018, и это подтверждает авторство Рагнара. Также свой сайт этот автор продвигает и на сервисе ClickPay24 практически под тем же самым ником, с тем же самым первым платежом и теми же самыми дополнительными ценами, что и на сервисе ePay. Если перейти по ссылке с этого сервиса, то мы попадем на такой же сайт Free Donation 2018. Отличаться он будет названием домена, а также будет отличаться страницей оплаты. То есть, если вы будете оплачивать какие-то платежи здесь, то вы попадете не на такую страницу оплаты от сервиса ePay, а на немного другую от сервиса ClickPay24. Сейчас я оплачу 152 рубля, пока поставлю видео на паузу и вернусь к вам, когда оплата будет зачислена. Я оплатила закрепительный платеж. Теперь он обрабатывается. Теперь мне нужно указать реквизиты, на которые хочу получить данную сумму. Введу какой-нибудь номер карты и нажму кнопку. Подключение к платежной системе. Выполняется перевод средств по указанным реквизитам. И теперь платежная система запрашивает оплатить услуги за перевод. И мне нужно заплатить 407 рублей. Если нажму кнопку «Оплатить услуги», опять попадаю на страницу оплаты. Наплачивать этот платеж я не буду, потому что я знаю, что я заплачу не платежной системе, а эти деньги пойдут прямиком автору сайта этого, Рагнару.
вот этот платеж на 407 рублей. И оплата этого платежа вообще никакого толку мне не даст, потому что я потом увижу кучу последующих платежей. И сколько бы я ни платила, никакие деньги мне никто не выплатит. Данный сайт является мошенническим. Никогда и никто не заплатит вам 75 тысяч рублей за 5 минут на опросах от неизвестных крупных спонсоров. Кто зарабатывал на опросах, кто пробовал на них зарабатывать, знает, что это довольно-таки копеечное дело, и заработать на этом очень тяжело. Тем более заработать хорошие деньги. Этот сайт я категорически не рекомендую вам к просмотру. А с вами была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. До новых встреч!